Всем привет! Приняла ванну, сделала скрабик. Сейчас буду пробовать новую масочку. Маска для лица с черным ирисом в серии Royal Velvet. Бархат. Какой? Royal. Королевский бархат. Вот. Новиночка этого каталога. Ой, лопаточку забыла. Ну ладно, он как кремик. Можно и ручками нанести. И не забываем про шейку. Я про нее постоянно забываю. В принципе, на одно применение. Четко. Вместе с шеей. А ты маски для лица делаешь? Я решила намазать абсолютно все, что там есть, поэтому наношу еще слои. В общем, ощущения покалывания, пощипывания такие прям активные. Посмотрим, что будет в итоге. То есть чувствуется, что маска работает. Ну вот, прошло 5 минут. Масочка впиталась почти вся. Вот. Такое ощущение приятное. Уже очень мало таких покалываний. И в зеркало я посмотрела, вот прям микро-микро-микро блестяшки такие по всему лицу. То есть она с какими-то вот такими шелковыми частичками, наверное. Ну, короче, прикольно. Пойду спывать. Ну что, классная. Ну, прям кожа такая напитанная. Вот чувствую напитанность и что она немножко глаже стала. Да, есть такое. Вот, ну, подтяжку я не вижу, потому что, в принципе, у меня кожа еще более-менее подтянутая. Вот, ну вот у нее свойство это подтягивание, питание и разглаживание. Вот, и в составе у нее есть гиалуроновая кислота и экстракт черного ириса. Ну, короче, классная маска, очень рекомендую брать.